Сергей Ильич, не секрет, у нас с наступлением теплого времени усиливаются, ну, как всегда, проблемы экологии. То есть это сжигание покрышек, это вывоз покрышек, вывоз рубероида с капремонтных работ в полях. Вот, есть предложение и просьба. Как бы, просьба, если у нас нет перерабатывающей компании, которая принимает покрышки, рубероид и так далее, или как-то инвестиционно ее привлечь, либо обозначить организацию, которая кислоингородием будет, ну, на каких-то условиях должна принимать. Там и закрывать, наверное, глаза смысла нет, там все знают, что все это вывозит, да, все знают, что в поля. И второе, перерыть возможные грунтовые съезды, это в районе, все нам известно, это очистных сооружений, мусорки и Наталинского образования. Потому что не во всех местах там можно съехать, но там, где съезжают, туда все это в овраге изгружают. Да, принимается, мой вопрос у вас там чисто контроль, просто по поводу съездов, отработать все места, где возможно, есть такая возможность по съездам. А по поводу привлечения компании, я только за, если предложить, давать совместно.